Эссенцию Витус я не помню, где надо взять. Ростова, да, я ж тебе говорю этого. Безумца ждешь, и с него должны они падать, насколько я помню. Сейчас спросим. Где ты есть, ё-моё. Серго, ты меня слышишь? Сейчас, секунду. Секундочку, подождите, пожалуйста. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, да шо ж мышка не слушается-то, а? Тут спрашивают, где части на простого Эша взять. Но я, насколько помню, простой Эш падал с безумцев Гринир, да? Да глям, мышка не хочет. А вот эссенция Витус. А эссенция Витус, вот я забыл, где ее берут. У меня даже вроде видео есть, где ее взять. Что-то мне так кажется. А, не... Фу, не туда. Эссенция Витус, ее надо покупать. Джаггернаута завалить. Сейчас, опять же, такие вопросы. Сейчас закажу. А, он взял это. Джаггернаута бить же на любой миссии можно, где зараженные на Ириде, да, он попадается. Я не подобрал его, ё-моё. Обалдеть. А где мы его завалили? Я не подобрал великолепный осколок. Или что? Гля, блин. А, вот они какие-то. А чё они тут лежат? А ты видел, где они оказались? Я что-то не пойму, что они здесь были. Я погнал их искать, где потерял. Так, ладно. Чё моя эта не идет за мной? Следовать, это одна. Ну? Не понял, что случилось с тобой? Вот зараза, шо? Идет. Что у нас с приманками? Одна. Вообще что-то не вкурю. Куда? Чего они не идут за мной? Зараза. Так, ну а вторая где? Одна.
Я не пойму, почему приманки после первой миссии, после первого тера перестают за мной идти. Вот где они делись? Две штуки было. Должна была бы здесь быть. А, так сейчас две за мной идет, да? Так, ну все, теперь есть. Я не знаю насчет эссенции, это посмотреть надо. О! Прилетел. Меня встретили здесь. Сейчас, ребят, мне здесь в данный момент как-то сложновато отвечать на вопросы и смотреть, потому что тут немножко как бы в игре идут подпарки такие. Еще и на экран смотреть очень не получается у меня, короче. Все, сейчас немножко надо войти в игру. Это вроде пока я за приманками бегал. Просто сейчас даже помочь никто не сможет ответить на вопрос, потому что все заняты. Я даже скриншот не могу хороший сделать, успеть. На фоне вот так. Ха. И чё, скоро скрафчу себе классную пушку для оператора. И будет веселее. Кстати, надо будет сейчас на Венеру не забыть зайти. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так и убить же ж можно. И этот умер. Вот и еще одно селфи. Так, все, собирать надо бежать. Призы и подарки. Вот они, самые главные. И идем теперь на третьего. Самого прожорливого. Сейчас яички пособираем. Интересно смотреть. А интересно смотреть, когда в пати есть человек, который может игру тянуть. Если, конечно, так бывает, бегаешь здесь. Вот, опять, смотрите, приманки не одна вот за мной пришла.
Ну почему только одна? Что это такое? Все. Вот одна приманка. Почему постоянно приманка пропад... Блин. Постоянно пропадает одна приманка. Вот надо искать ее, не идет за мной, хоть убей, а. А, он пока не возродился, точку не поставишь. Так, ну а что, мне по... Нет, там приманок хватает. Или... Вот, что на... Нажми на приманку. А что она... Отключилась тогда. Нажал. И... Одна вот, да? Еще две ищи. Ладно. Ничего себе. Как же я успею их две найти? Это надо знать, где они есть. Вот и вся проблема. Есть карты, нарисованные специально, где приманки есть. Тут должна быть. Так, за мной. Еще получается надо одно. Где ж ее надыбать? Дыбать, надыбать. Тут может где-то должна быть. Блин, не вижу приманки. Кто-нибудь видит приманку, а? Нету. Есть. Все. Погнали. Нашли. Почему так? Печально. А как же ж к нему подойти? Гля, он меня на голове поднял на своей. А, не успею. Ого! Да ты шо, жара! Так, стою. Зачем нужны отголоски бездны? О, они очень будут нужны. Чтобы репутацию себе делать и чтобы покупать всякую... Как его там зовут? Онко. Ой. Да ё-моё. Давай, 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 давай.
Ну, счастливое тебе, спасибо за компанию. 24 это вообще ничего. Очень-очень мало. Все, умер, да? Вот так вот. Был и нету. Теперь собираем. Что там выпало? Тут я немного не дособирал, да? Так, а с путевой я все забрал там, а то я как-то вот не заметил. Надо еще на место сходить. Тут же его завалили, да? Ну да, по-моему, все. Нигде ничего не блестит. О, чё оно тут насыпается? Я что-то не понял, ляди. И вот, гляньте. Короче, можно впариться тут конкретно было. Прикиньте, все четкие призы. Интересно, а чё оно так получилось, что так далеко находились с него подарки? А где еще? А, повыходили уже. Сейчас посмотришь вот. Не понял. А, еще идем. Что-то я не то нажал, видно. Вот смотри, что дали. Трансмутатор разлома. О, модель гантулиста дали. Давно не было у меня ее. Так, что у нас тут еще? Кто пишет? Кто что хочет? 17 минут. И... За 17 минут Серго хочет еще раз вдолбить всех. Рискованный парень. Я должен выйти. 16 минут еще, говорит. Ну, давайте.